Надо в Google таблицах отразить данные из одного диапазона в другой, да так, чтобы в копии нельзя ничего было менять ручками? Не волнуйся, я помогу тебе за одну минуту. Конечно, мы с тобой не будем, как идиоты, ставить равно и по столбцам протягивать формулу вниз по полчаса, оставим это мазохистам. Также не будем трогать import range, потому что она медленная и сложная. Ее стоит юзать только для переноса данных из одного документа в другой. Чтобы просто отзеркалить данные с листа на лист или внутри одного листа, нам поможет array формула. Поехали, ставь курсор в ячейку, которая будет верхним левым углом твоего зеркало. Жми равно и выделяй верхнюю строку исходной таблицы. Зажав и не отпуская Ctrl-Shift или Command-Shift на Mac, жми вниз, а потом Enter. Формула появится сама, даже ничего писать не надо. Отпусти все зажатые кнопки и нажми Enter еще разок. Ну не чудо ли? Попытка вмешаться повлечет исчезновение всей таблицы. Исходные данные вообще можно скрыть, если хочется. Таким способом можно быстро заполнить таблицы даже километровой длины. Хочешь других тем? Пиши в комментарии. Понравилось видео и ждешь еще? Подписывайся и ставь лайк. Я рассказываю, как не мучиться с Google таблицами. X.